Документы, уникальные фотографии и образцы военной формы периода Великой Отечественной войны. Свыше 500 экспонатов военного времени. Путей дорог прошла немало. Со мной солдатская шинель. Ах, сколько раз ты выручала меня, солдата, в дождь, в метель. Ползла в ночных душистых травах, купалась в водах и пыли. Мой пот себя не раз бирала, и запах пороха, земли. Твою заботу ощущал я в походах летнюю порой, когда ты скаткой обнимала, как будто девушка рукой. Музей боевой славы появился в техническом лицее 9 лет назад. Открытие приурочили к юбилею проведения военного парада 7 ноября 1941 года. Это историческое событие и стало главной темой хранилища артефактов. Экспозиция музея рассказывает о подготовке и проведении парада. Здесь представлены и макеты оружий, например, винтовки Мосина. Большое количество людей, призванных в армию, никогда не держало в руках оружие. Винтовка была очень проста в использовании, имела простой механизм и работала при любых температурных условиях, что повышало срок ее службы. Ученики и педагоги занимаются исследовательской работой. Они собирают воспоминания ветеранов и участников парада. Важен каждый человек, который участвовал в параде. Наша задача, в общем-то, чтобы каждый из этих людей не просто какими-то там абстрактными были бойцами, там, которые вот прошли по площади. Мы стараемся узнать побольше о каждом. Вот. Тут и разные пути, тут и поиски и в интернете, и, в общем-то, с родственниками мы налаживаем связь. В музее проводятся уроки мужества, кинолектории и экскурсии для учащихся всех школ города. Ученики лицея ежегодно выезжают на раскопки, ищут артефакты военных времен, которые потом становятся экспонатами музея. Мария Елчан, Василий Колдашов, «События».